Уличных торговцев петардами и фейерверками оштрафовали в Петропавловске. Рейды по местам продажи новогодней пиротехники проводят сейчас сотрудники Госпожнадзора вместе с полицейскими и представителями прокуратуры. В ходе проверок был выявлен ряд нарушений. И если к спецмагазинам в стационарных торговых точках нареканий никаких не было, то тем, кто продает фейерверки во временных строениях, палатках и лотках, выписаны штрафы от 6 до 15 тысяч рублей. Правилом противопожарного режима, утвержденный в линии правительства номер 390, реализация пиротехнических изделий вне зданий категорически запрещена. Это относится к палатке, лоточные реализации. Специалисты призывают земляков при покупке пиротехники обязательно убедиться в том, что товар заводского изготовления, у продавца имеется сертификат, инструкция написана на русском языке и ее текст хорошо различим. В МЧС напомнили, что использовать пиротехнику можно только на улице, причем не ближе 50 метров от зданий, высоких деревьев и линий электропередач при отсутствии сильного ветра. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.